Здравствуйте. Ну, куда вы идете? Прямо. А где ваша корзинка? Такая. Под такие чудные сапоги должна быть корзинка для грибов. Чего ты не понимаешь, моди, понятно? А вот это вот. Иван Алексеевич, где ваши костылики? Что у вас с походкой? Камеру вырубай. Лунная походка. Сука. Ты знаешь, кому памятник? Нет. Ну, кому? Донского похож. Не, пойдем в храм-то, зайдем. Я заходил сюда, когда искусство. Петр Первый пернул первый и построил Петроград. Вот я, вот снова я. Здравствуйте, друзья мои. Ну вы держитесь. О, правильно. Что случилось? Что? А, сегодня день политических репрессий. Расстрелян в 1937 году. Алексеев Филимон Алексеевич, 71 год. Русский, священник Самбровской церкви, монах Сергиевой пустыни. Проживал в деревне Самро Осьминского района. Расстрелян в 1937 году. Алфеев Михаил Иванович.